Лестница Иоанна Лестничника. Пункт 11. 4. Страница 152. Кто познал свои прегрешения, тот сдерживает язык свой. А много речиво не познал еще себя, как должно. Любитель молчания приближается к Богу, и тайно с ним собеседуя, просвещается от Бога. Молчание Иисуса постыдило Пилата, и безмолвие обращает в ничто тщеславие гласа. Петр сказал слово, горько заплакал, не сохранив памяти того, кто сказал. Сказал: «Сохраню пути мои, чтобы не согрешать мне языком моим». И другого, который говорил: «Лучше с высоты пасть на землю, чем от языка». Псалом 38.1, Сирахов 20.18. Не намерен я много писать об этом, хотя побуждает меня к тому ухищрение страстей. Впрочем, слышал я однажды от любоведущего человека, беседовавшего со мною, об устном безмолвии. Он говорил, что много глаголаний непременно рождается от одной из следующих причин: или от худого образа жизни, или от беспорядочного навыка, потому что язык, как естественный член тела, чему научен, того уже по привычке и будет требовать, или еще наиболее же в подвижниках. От тщеславия, а иногда от чревоугодия. Поэтому многие, обузывая чрево, нередко этим принуждением и обессилением чрева заграждает язык и многоречие. Кто возымел попечение о своем исходе, тот усекает слова, и кто приобрел душевный плач, тот бегает много глаголания, как огня. 10. Кто возлюбил безмолвие, тот заградил себе уста. А кто любит выходить из келии, того гонит из нее эта страсть. Кто знает запах сходящего свыше огня, тот как пчела дыма бегает людских сходбищ. Потому что пчелу выгоняет дым, а на него неприятно действует многолюдство. Очень трудно удержать воду без плотины, еще труднее укротить уста невоздержные. Кто взошел на 11-ю степень, тот вдруг пресек в себе множество пороков. Слово 12-е. О лжи! Порождение железа и камня – огонь, а порождение многоглаголания и острословия – ложь. Ложь есть уничтожение любви, а клятва преступления – отречение от Бога. Никто из здравомыслящих не подумает, что грех лжи есть какой-либо маловажный, потому что Всесвятый Дух произнес на него более всех грехов страшный приговор. «Если погубишь вся глаголящих лжу» – Псалом 5.7, как говорит Давид к Богу, «что потерпят ко лжи, присоединяющие клятву?» Случалось ведь, что иные хвалятся искусством лгать, своим острословием и празднословием возбуждают смех, и слушающих, к сожалению, истребляет навык к плачу. 5. Когда демоны видят, что в самом начале намереваемся, как от заразительной болезни удалиться от слушания замысловатых речей опасного рассказчика, тогда уже покушается уловить нас двумя помыслами, внушая нам: «Не оскорби рассказчика» или «Не обнаруживай себя, будто бы ты Бога любивее находящихся при этом». Беги от врага и немедли. Иначе во время молитвы своей будешь возобновлять в себе смешные представления. Даже не только беги, но и самое лукавое сборище расстрой благочестно, предложив на общее внимание мысль о смерти и суде. Ибо лучше тебе через это принять на себя, может быть, несколько капель тщеславия, но только сделаться виновником пользы для всех. Лицемерие часто бывает матерью и основанием лжи,
ибо иные не иначе, но так определяет то. Лицемерие есть упражнение во лжи и изобретение той, с ложью же соединенное. Кто приобрел страх Господень, тот устранился от лжи, имея в себе неподкупного судью, собственную свою совесть. Как во всех страстях примечаем различные степени их вреда, так и во лжи. Иной суд тому, кто лжет по страху наказания, а иной тому, кто лжет без предстоящей опасности. Один лжет для забавы, другой из сластолюбия, иной, чтобы привести в смех присутствующих, а другой, чтобы поставить сети и сделать зло брату. Изглаждается ложь истязаниями из начальников, а в конец истребляется множеством слез. Кто пускает в ход ложь, то делает это под предлогом заботливости о других, и погибель души нередко почитает делом правды. Изобретатель лжи утверждает о себе, что он подражатель Раавы, и говорит, что собственной своей погибелью устраняет спасение других, устрояет. Когда совершенно будем чисты от лжи, тогда, впрочем, со страхом и только по требованию нужды можно прибегнуть и ко лжи. Не знает лжи младенец и душа, не имеющая в себе лукавства. Развеселивший себя вином невольно говорит обо всем правду, и упившийся сокрушением не может солгать. Вот 12-я степень. Кто взошел на нее, тот приобрел корень совершенства. Слово 13-е. Об унынии. И это, то есть уныние, как предварительно сказали уже мы, бывает нередко одной из ветвей и первым исчадием многоглаголания. Почему и назначаем ему приличное звено в этой негодной цепи? Уныние есть изнеможение души, расслабление ума, нерадение о подвижничестве, ненависть к данному обету. Оно ублажает мирян, клевещет на Бога, будто он не милосерд и не человеколюбив. Оно не имеет сил к псалмопению, немощно для молитвы, в услужении как железное, в рукоделии не лениво, в послушании не благоискусно. Кто живет в подчинении, тот не знаком с унынием посредством чувственного преуспеяния в мысленном. Общежитие противоборствует унынию, а безмолвнику всегдашний оно служитель. До самой смерти не отступит от него, и до кончины его ежедневно борется с ним. Увидев келью отшельника, оно улыбается, и, подойдя к нему поблизости, ставит свою кущу. 5. Врач посещает больных утром, а уныние подвижников около полудня. Уныние – предлог к страноприимству. Оно внушает с помощью рукоделий творить милостыни, убеждает усердно посещать больных, напоминая слова сказавшего «Был болен и пришли ко мне». Внушает идти к упадшим в духе и к малодушным, и хотя само малодушно, советует утешать малодушных. Старшим на молитву напоминает о нужных делах и употребляет все средства это неразумное уныние, чтобы каким-нибудь благовидным предлогом отвлечь нас от молитвы. В третьем часу демон уныние производит озноб, боль в голове, а прежде еще резь в желудке. При наступлении 9-го часа больной собирается с силами, а когда предложена трапеза, вскакивает с постели. Но пришел час молитвы, опять в теле тягость. Встал на молитву, сон овладевает им. И от неблаговременной зевоты оборвал он их наполовине. Каждая из прочих страстей приводится в бездействие одной какой-нибудь добродетелью. Уныние же монаху – все поражающая смерть. 10. Мужественная душа воскрешает умершую мысль, а уныние и леность расточает все богатство. Поскольку уныние есть один из 8 главных грехов, и притом самый тяжкий, то наряду с прочими, как с теми, так и с ним поступим. Разве присовокупим только следующее? Когда нет псалмопения,
тогда и не является уныние. И по совершении правила глаза уже не снижаются. Во время уныния обнаруживаются усиленные подвижники, ибо ничто не уготовляет так монаху венцов, как борьба с унынием. Наблюдая, и найдешь, что если стоишь на ногах, уныние борется с тобою. Если сидишь, признает лучшим для тебя опрокинуться назад и убеждает прислониться к стене келии, заставляя стучать и топать ногами. Кто плачет о себе, тот не знает уныния. Да будет же и этот мучитель связан с памятованием грехопадений. Будем наносить ему удары рукоделием, представлением будущих благ, привлекший и представив его на суд, сделаем ему допрос по-надлежащему. Скажи, наконец, нерадивый и расслабленный, кто на беду породил тебя? Кто твои исчадия? Кто твои неприятели? И кто твой истребитель? И уныние отвечает, у истинных делателей послушания негде мне и главу преклонить. А если нахожу себе место у кого из пребывающих на безмолвии, то живу с ними вместе. Зватаев много моих, таковы иногда душевная бесчувственность, иногда забвение горнего, а иногда и чрезмерность трудов. Исчадия мои со мною совершаемое перехождение с места на место, прислушание отца духовного, непамятование суда, а иногда и оставление обета. А противники мои, которыми теперь я связан, это псалмопение и рукоделие. Враг мой — мысль о смерти. Умерщвляет же меня молитва с твердой надеждой будущих благ. А кто родил молитву, спросите о том ее. Вот 13-я победа. Кто действительно одержал ее, тот стал благоискусен во всем добром. Слово 14-е. О любимом всеми и лукавом властелине, чреве. Если во всем прочем, то еще более теперь, намереваясь говорить о чреве, предположили мы любомудрствовать сами против себя. И подивлюсь, если кто освободился от этого властелина, не переселившись еще во зроб. Чревоугодие есть лицемерие чрева, потому что пресыщенное жалуется оно на скудость, переполненное и едва не расторгаемое вопиет, что оно голодно. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Преградил ты струю, изникаешь в другом месте, пресек и эту, иная одолевает тебя. Чревоугодие есть обман для глаз, принимает в меру, а предполагает все поглотить в один раз. Пресыщение пищами матерь блуда, изнурение же чрева приводит к непорочности. Приласкавший льва нередко укрощал его, а угодивший телу сделал его еще более свирепым. Иудеи радуются субботе и празднику, а монах – чревоугодник. В субботе и дню воскресному заранее вычисляет день Пасхи и за несколько дней готовит уже пищи. Раб чрева высчитывает, какими снедями будет праздновать, а раб Божий какими дарованиями обогатится. Если пришел странник, то чревоугодник весь подвигнут к любви и чревоугодия. И разрешение для себя почитает утешением брату. Рассуждает, в чем присутствие разрешить на вино, и, думая скрыть добродетель, делается рабом страсти. Нередко тщеславие объявляет вражду чревоугодию, и ссорятся они между собой из-за бедного монаха, как закупленного раба. Одно принуждает разрешить, а другое предполагает выставить на вид свою добродетель. Монах мудрый избегает того и другого, во время свое отражая от себя одну страсть другую. 10. Пока плоть во всей еще силе, будем ее изнурять во всякое время и на всяком месте. Когда же она усмирилась, чего не полагаю возможным до гроба, тогда будем скрывать свое делание. Видел я престарелых иереев, вовлеченных в обман демонами, и они юным,
которые не были у них в подчинении, на пиршествах с благословением разрешали на вино и на прочее. Если разрешающие засвидетельствованы о Господе, то и мы разрешим в меру. Если же они нерадивы, то не будем домогаться их благословения, особенно уже когда плотская брань наша в самом пылу. Бога мерзкий Евагрий думал о себе, что он и в выражениях, и в мыслях мудрее самых мудрых, но обманулся жалкий, оказавшись несмысленный и несмысленных, как во многом другом, так и в этом. Ибо говорит, когда душа наша вожделевает разных снедей, тогда ограничь ее хлебом и водою. Предписать сие тоже значит, что сказать отроку, взойди на лестницу одним шагом. Посему, отвергая его правила, скажем, когда душа наша вожделевает разных снедей, тогда требует она свойственного естеству. Поэтому против всеухищренного врага употребим и нехитрость. Употребим. В противном случае предстоит нам самая тяжкая брань или падение. Будем устранять от себя сперва уточняющие, потом разжигающие, а после уже и услаждающие снеди. Если можно, давать чреву своему пищу сытую и удобоваримую, чтобы насыщением удовлетворить ненасытные его алчности, а при скором переварении, как от бича, избавиться нам от разжения. Если обратим внимание, то найдем, что большая часть пищи, надмевающих чрево, возбуждает в теле сильнейшее движение. Посмейся демону, который по вечере внушает тебе мысль впредь позднее принимать пищу, ибо на следующий же день, при наступлении 9 часа, отречется от распоряжений предыдущего дня. Иное воздержание прилично для ведущих себя неукоризненно, а иное для подверженных слабостям. Для одних движений в теле бывает чем-то необыкновенным, а другие до самой смерти и кончины борются без отрады и неослабно. Первые желают всегда сохранять благоустройство ума, вторые же умилостивляют Бога душевным сетованием и сокрушением. 15. Время веселья и утешения совершенному, отложение всякого попечения. Подвижнику время борьбы, рабу страстей праздник праздников и торжество торжеств. Сердцу чревоугодников снятся только снеди и яства, а сердцу плачущих снятся муки и суд. Возобладай над чревом, пока оно над тобой не возобладало, иначе и воздержание кончится стыдом. Сказано мною, знают те, которые впали в ужасную пропасть. Скопцы же не испытали этого. Будем укрощать чрево представлением будущего огня. Иные, быв послушными чреву, напоследок урезывали у себя члены и умирали сугубою смертью. Если станем разыскивать, то непременно найдем, что одно чрево доводит нас до крушений, бывающих с нами. Ум постника молится трезвенно, а ум невоздержанно наполнен нечистыми идолами. 20. Пресыщение чрева искушает слезные источники, а иссохшее чрево производит эти воды. Кто угождает чреву своему и намерен преодолеть дух блуда, тот подобен старающимся потушить пожар маслом. При изнурении чрева смиряется сердце, от угождения же чреву кичится помысл. Наблюдай за собой в середине дня и за часто вкушение пищи, и узнаешь из того пользу поста. Утром помысл скачет и перебегает от одного к другому. С наступлением 6 часа дня успокаивается несколько, а при захождении солнца совершенно усмиряется. Изнуряй чрево, и без сомнения замкнешь уста, потому что укрепляется язык при множестве снедей. Из всех сил борись с чревом и со всей трезвенностью воздерживай его. Если потрудишься немного, то Господь вскоре будет твоим содейственником. 25. Мехи, если мягкие, бывают вместительнее, а если оставлены в небрежении, не столько принимают в себя. Кто обременяет чрево своей пищей, тот расширяет свои внутренности, а кто борется с чревом, тот сжимает их. Когда же внутренности сжаты, тогда немного будут принимать в себя, и, естественно, уже делаемся мы постниками. Жажда нередко прекращается жаждою.
Но голод пресечь голодом трудно и даже невозможно. Когда будет одолевать тебя, укрощая его трудами, если же невозможно сие по немощи, борись с ним бдением. Если глаза отяжелели, берись за рукоделие, но если нет сна, не касайся до рукоделия, потому что невозможно занять ум Богом и мамоною, то есть и Богом, и рукоделием. Знай, что часто демон вселяется в желудок, и делает, что человек не насыщается, хотя бы объел весь Египет и выпил реку Нил. Но по принятии пищи этот нечистый дух удаляется и посылает на нас духа блудного, извещая его о нашем состоянии, и говоря: «Бери и смущай его, когда чрево наполнено, приведешь его в расслабление». С улыбкой приходит дух блуда, и сном, связав нам руки и ноги, делает уже с нами все, что ему угодно, скверня душу и тело нечистотами, мечтаниями, извержениями. Странно видеть, что бесплотный ум оскверняется и омрачается телом, и опять невещественное ощущается и утончается брением. Если дал ты обет Христу идти путем тесным и узким, то утесняй чрево, потому что, угождая ему и расширяя его, нарушаешь свои условия. Вникни и услышишь, кто говорит: пространный и широкий путь чревоугодия, вводящий в пагубу блуда, и многие ходят им, что узкие врата и тесный путь поста, ведущий в жизнь непорочности, и мало тех, кто входит им. 30. Князь демонов – падшая единица, и главная из страстей – алчность чрева. Садясь за трапезу, наполненную яствами, изведи на среду памятования смерти и суда, ибо едва и этим образом остановишь несколько страсти. Вкушая питье, не переставай представлять уксус и желчь владыки твоего, и без сомнения или воздержишься, или воздохнешь, или смиришь несколько мудрования. Не вводи себя в обман, не освободишься от фараона и не узришь горней Пасхи, если не будешь всю жизнь вкушать горькие зелья и опресноки. А горькие зелья – это принуждение и труд поста, и опресноки – это ненадмевающееся мудрование. Да сольется с дыханием твоим слово того, кто говорит: «Я же, когда стужали мне демона, облачался во вретище и смирял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра души моей». Псалом 34, 15, 13. Пост есть принуждение естеству и отсечение услаждающего гортань, пресечение рожжений, искоренение лукавых мыслей, освобождение от сонных мечтаний, чистота молитвы, светильник души, хранение ума, избавление от слепоты, дверь умиления, смиренное воздыхание, веселящее сокрушение, упражнение многословия, повод к безмолвию, страж послушания, облегчение сна, здравие тела, снабдитель бесстрастия, отпущение грехов и райская дверь и утеха. Допросим же этого врага, лучше же сказать этого преимущественно перед всеми начальника наших бедствий, эту дверь страстей, это падение Адамова, эту погибель Исавову, эту пагубу израильтян, это обнажение срамоты Ноевой, этого предателя гоморян, эту укоризну Лотову, это истребление сынов священника Илия, этого руководителя к скверным, спросим его. От кого он рождается? Какие его исчадия? Кто его сокрушает? И кто истребляет в конец? 35. Скажи нам, мучитель всех смертных, купивший всех за златник ненасытности, как нашел ты доступ к нам? И что обыкновенно рождаешь по вшествии своем? И каково исшествие твое от нас? И чревоугодие, раздраженное этими оскорблениями, с яростью устремляясь на нас и свирепея, ответствует: «За что осыпаете меня укоризнами вы, ставшие моими подвластными? Каким образом усиливаетесь разлучиться со мною? Я связан с вами естеством,
Мне дверь свойства снедей, причина моей ненасытимости привычка, основание моей страсти предварительный навык, бесчувствие души и непамятование смерти. Домогайтесь узнать, как имена моим исчадием. Перечту их и превзойдут числом песок. Выслушайте, по крайней мере, как именуются мои первенцы и любимые чада. Первородный сын мой — приспешник блуда, второй по нем — жестокосердие, а третий — сонливость. От меня происходит море помыслов, волны скверн, бездна неведанных и неименуемых нечистот. Дочери мои — леность, многословие, вольность в речах, смехотворство, острословие, прикословие, жестоковыйность, упрямство, бесчувственность. Пленение, высокомерие, дерзость, щегольство, за которым следует нечистая молитва, крушение помыслов, нередко же неожиданное и внезапное несчастье, с которыми тесно связано отчаяние, это самая злая из всех моих дочерей. Восстает на меня, но не побеждает памятование грехопадений. Всегда враждебна мне мысль о смерти. Но ничто не истребляет меня совершенно в людях. Кто приял утешителя, тот им поборает меня. И умоленный им утешитель не попущает мне действовать страстно. А не вкусившие его дара непременно ищут услаждения моей сладостью. Мужеством приобретается победа. Кто возмог, тот явно поспешает к бесстрастию и на высшую степень целомудрия. Слово 15. О нерастленной непорочности и о целомудрии, каковых тленное достигает подвигами и усильными трудами. Слышали мы от неистого чревоугодия, говорившего теперь, что его исчадие есть плотская брань, и это неудивительно, ибо этому учит и ветхий наш тот праотец Адам. Если б не был он побежден чревом, то не познал бы жену свою. Поэтому соблюдающий первую заповедь не впадает во второе преступление. Пребывает же сынами Адамами, не познавая, чем был Адам, но малым, чем умаленными от ангел. И это для того, чтобы зло не оставалось бессмертным, как говорится именной богословию. Непорочность есть усвоение себе бесплотного естества. Непорочность есть более естества сверхъестественное отречение от естества и подлинно необычайное соревнование бесплотным тела смертного и тленного. Непорочен, кто любовь отразил любовью и огонь угасил огнем невещественным. Целомудрие есть общее наименование всех добродетелей. 5. Целомудрен, кто и во время самого сна не ощущает никакого возмущения в свойственном ему состоянии. Целомудрен, кто навсегда приобрел совершенную нечувствительность в развлечении тел. Вот правила и определения совершенной всенепорочной непорочности. Пребывать в одинаковом расположении при виде одушевленных и неодушевленных, словесных и бессловесных. Никто из упражняющихся в хранении непорочности приобретение той, да не приписывает самому себе. Потому что препобедить самую природу есть дело невозможное. И где побеждено естество, там признается присутствие сверхъестественного. Ибо без всякого прикословия низшее приводится в бездействие совершеннейшим. Начало непорочности – не соизволение на помысел и безмечтанное по временам извержение. Среднее состояние непорочности – естественное движение при обилии яств, только безмечтанное и без течения происходящее. Конец же непорочности – мертвенность тела по предварительном омертвении помыслов. 10. Поистине блажен, кто приобрел совершенную нечувствительность ко всякому телу, цвету и красоте. Непорочен и тот, кто брение сохранил неоскверненным, но кто бренные члены совершенно подчинил душе.
Велик, кто пребывает бесстрастным при соприкосновении. Еще выше, кто прибыл неуязвленным и, смотря на огонь, не воспламенился, но преодолел себя представлением красоты горних. Кто отгоняет этого пса молитвой, тот подобен борющемуся со львом. Кто низлагает его своим сопротивлением, тот подобен преследующему еще врага своего. Но кто однажды навсегда обратил в ничто это его прирожение, тот, хотя и во плоти еще, однако восстал уже из гроба. Если признак истинной непорочности не приходит в движение от сонных мечтаний, то, без сомнения, крайняя степень похотливости подвергается извержениям от помышлений в бодрственном состоянии. 15. Кто хочет побороть этого сопротивника пролитием пота и утомительными трудами, тот подобен связавшему врага своего хворостом. А кто поборает его воздержанием и неусыпностью, тот подобен наложившему на него железный ошейник. Но кто поборает смиренно мудрием, негневливостью и жаждою, тот подобен убившему врага и скрывшему его в песке. Под песком же, разумеется, смирение, потому что не произвращает питающего страсти, но есть земля и пепел. Иной связал этого мучителя подвигами, другой смирением, а иной Божиим откровением. Первый уподобляется звезде утренней, второй — полной луне, а третий — блистающему солнцу. Все же они имеют жительство на небесах. От зари свет, и во свете восходит солнце.